Сарова, Анастасия Мигунова, Екатерина Работкевич лишаются своего промежуточного второго места. На вторую позицию переходит смешанная коматичная. Окончание женских соревнований. А нам представляют мужчин. Первая команда, красные нашлемники, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омская область. Андрей Косоротов, Павел Медведев, Павел Губайдулин, Иван Артемов. Зеленые нашлемники, смешанная команда, Сергей Милованов, университет имени Лесгафта, Федор Доркин, государственный социально-гуманитарный университет, Максим Салов, тоже учебное заведение, Денис Жижикин, Нижегородский государственный педагогический университет, и Даниил Пискунов, тоже из Нижнего Новгорода, он в роли запасного. Третья команда, Смоленская академия, причем Смоленская академия вторая команда. Под номером 3 зеленые нашлемники. Дмитрий Ковалев, Никита Барташук, Никита Золотков, Владислав Лазарев. Ну и желтые нашлемники. Смоленская академия. Первая команда. Артем Денисов, Даниил Засосов, Даниил Ейбок, Иван Белоножкин, Егор Муханов в роли запасного. Ну вот это, мне кажется, очевидный фаворит. Да, да. Смоленская академия, первая команда, зеленые нашлемники. Давайте за ними будем в первую очередь наблюдать. Ну и кто может составить конкуренцию? Команда, в которой Сергей Милованов бежит, смешанная команда. Да, наверное, тоже могут. Ну у нас, у девушек же первая команда смешанная победила. Здесь тоже ну, да, можно. Но там не очень ровный состав. Есть Милованов, а остальные участники так, пониже уровня. Ну, посмотрим в любом случае. Пока у нас Сибирский государственный университет физкультуры лидирует. Вот спортсмены начинают потихоньку занимать позиции. И вот первая передача эстафеты. Смоленск 2, вторые. Смоленск 3. Смоленск 1, третий. Сейчас на второе место переходят фавориты. Смоленск 1. Очень синхронно передают эстафету участники. Так, вот ну и пока невысокий темп. Мы видим, пока тактика. Смоленск поменялись, они команда 1 с командой 2. Но лидирует пока Омск. Оп, опять удар по конькам был слышен. Спортсмены неаккуратно что-то сегодня как-то в эстафете передают эстафету. Смоленск 1. Последние идут. Не зеленые, желтые нашлемники. Вот у наших фаворитов. Где Денисов, где Засосов, где Эйбок. Смотрим. 38 кругов еще до финиша. Выстроились так в паровозик команды. Ну и вот сам процесс передачи эстафеты тоже здорово. Проходит по внутреннему радиусу. Также выстраиваются паровозиком и запасные, которые меняют сменщики. Здесь тоже четкость действий очень важна. Вот Засосов в желтом шлеме сейчас возглавляет забег. Много до финиша бежать. Но уже фавориты уже вперед выходят. И команды потихоньку начинают ускоряться. Смоленск один, лидеры. Омск вторые. Сейчас Смоленск 2 на вторую позицию выходит. Пока две команды из Смоленска. Золотков. Первые, вторые идут. Возрастает темп эстафеты. Так, пока лидирует Денисов. Артем вот у нас. Денисов, представитель Смоленска 1. Засосова отправляет в забег. За ним Омск уже. Ну и пока только вот отстают команда, в которой Сергей Милованов лидирующие роли занимает. Они отстают, они четвертые. И пока беспросветно, скажем так. Что самое интересное, если посмотреть, вот они выходят напрямую. Команда Смоленской блокирует прохождение других спортсменов вперед. Они выходят параллельно друг другу и не дают. Командная тактика? Да, да, командная тактика. Вот они вышли. И перекрывают друг друга. Да, и внутренние, и внешние радиусы.
и нет возможности проатаковать представителей Омска. Денисов. Ну вот. Оп. Так, закрывает радиус сейчас засосов своему оппоненту. Но есть, да, моменты, которые, на которые судьи будут обращать потом внимание. Да, ну вот у нас три участника отделились. Основные, да, участники забега. Пока что у нас команда... Смешанная команда отстает. И смоленские ребята меняются местами, но продолжают лидировать. Выходит Смоленск-2 в лидеры, но Омск совершенно не собирается сдаваться. Омск поддерживает этот темп, ищут сейчас спортсменов красных на шлемниках лазейки. Денисов ускоряется, уходит вперед. Да, рвет эту группу Денисов, представитель Смоленска-1. Но там есть засосов, там есть Эйбок. Эйбогу есть что доказывать, да, он дисквалифицирован был на 1000 и сейчас очень хочет наверняка на золотой ноте закончить эти соревнования. Ну вот Смоленск один у нас уходит вперед, явно уже. Впереди еще долго, 16 кругов. Хотя быстро они пробегут. Оп, ошибка спортсмена из Смоленска команды 2. Чуть не привело к падению сейчас. И Омск обходит. Омск обходит, да. Омск выходит на вторую строчку. Да. Золотков третий пока. Представитель Смоленска. Второй команды. Смоленск один. Вновь Денисов. Так. На старте. Ну, пока. И борьба за второе, третье место. Жесткая такая идет. А представитель Смоленска один. Так. Очень уверенно лидирует. Данил Засосов. 11 кругов до финиша. Будут еще неоднократно меняться участники. Ну, теперь главное дело не ошибиться. Не ошибиться технически и тактически участникам для того, чтобы завершить. Белоножкин. Эстафету. Пока лидеры отдыхают. Белоножкин на дистанции. Денисов, Засосов и Эйбок пока ждут своего часа. И вот пошел Эйбок. Да, но у нас расстояние сокращается. Пытаются догнать спортсмены из Омска и Смоленска 2 лидеров. Идет сокращение. Приближаются спортсмены. Это, я думаю, было связано с тем, что не самый сильный Иван Белоножкин бежал. Поэтому сократился разрыв. А сейчас Денисов вновь возвращает этот гандикап. Да, но может быть еще борьба Омска со Смоленском 2 тоже дает значимый результат. Да, да. Лидировать в одиночку, конечно, тяжелее, чем в борьбе преследовать. Ну вот Омск начинает отрываться от второй команды Смоленска. Пытаются они догнать команду. Сигнал о том, что три круга остается. И все, сейчас у нас последняя смена, и все. Смотрим, кто будет замыкать. Будет, судя по всему, Данил Ейбок замыкать эту эстафету у первой команды Смоленска. Почти на круг они уже опередили смешанную. И с Миловановым, да, по-моему, соревнуется сейчас. Нет, не Милованов, кто-то другой. Так, вот финиш. Финиш. Ну вот у нас. Да, 7.19. А вторыми финишировали представители Сибирского государственного университета. Физической культуры из города Омска. Но упорная борьба была команды Смоленска 2. И вместе Сергей Милованов с двум своим золотым наградам никакую больше медаль не добавляет. Но у нас сейчас награждение. Готовится награждение. И сразу церемония награждения в эстафетах будет проходить уже на пьедестале.